4000 рублей за однокомнатную, 8500 за трехкомнатную. Во столько отопление и горячая вода обходятся жильцам дома по улице Невельского, 4. Такими тарифами их одарила собственная управляющая компания. Дело в том, что снизить плату здесь можно как минимум на 40%. А еще счета сократились бы благодаря модернизированному оборудованию, которое позволяет регулировать объемы подаваемого тепла в зависимости от погодных условий. Но в управляющей компании этого будто бы не знают. За помощью жильцы обратились к специалистам городской администрации. С горячей водой отопления и возник вопрос. То есть мы поставили модернизированные тепловые узлы. То есть это современное оборудование, которое не только позволяет, скажем так, учитывать ресурс, как это и требует законодательство, то есть стоят современные приборы учета, но также и позволяет делать погодное регулирование. То есть вот сейчас, вот, допустим, тепло, то есть можно, соответственно, сократить значительно расходы на отопление, то есть, собственно говоря, данное оборудование все это позволяет. Но, скажем так, у нас ситуация сложилась следующим образом. То есть у нас управляющая компания, независимая управляющая компания, директор Капитонов, решили, что это все им не надо, что это все очень сложно, что это нужно обслуживать, и главное тратить на это деньги. Действительно, обслуживание в специализированной компании будет стоить порядка 80 копеек с квадратного метра. Но управляющая компания решила, что лучше она сэкономит деньги на этом, чем жильцы на отоплении. Брать оборудование на баланс и обслуживать его независимая компания категорически отказывается, как и комментировать ситуацию. Жильцы негодуют, управляющая компания бездействует. Видимо, название «независимое» характеризует ее отношение к обстоятельствам на все 100%. На сторону жильцов встала городская администрация и всячески пытается отстоять их права. Так сейчас специалисты обходят квартиры жителей с предложением провести заочное голосование и решить злополучный вопрос с принятием на баланс управляющей компании установленного оборудования и его дальнейшую эксплуатацию, что существенно снизит расходы жителей на отопление. Вот за последний месяц трехкомнатную квартиру мы получили счет горячая вода и отопление где-то 8500, там до копеек не помню точно. Ну так, да. Ну, конечно, это нереально большой платеж. В этом месяце вот у меня однокомнатная, мне принесли 4000. Это ни в какие рамки не вкладывается. Но компания, можно сказать, никуда не вмешивается ни во что. Да, у нас здесь конфликт. Напомним, что с 2016 года к домам без приборов учета применяется повышенный коэффициент. Но установить их во многих домах в городе нельзя из-за изношенных сетей. Таким пользователям повышенный коэффициент не применяется. Однако есть и дома, чьи управляющие компании до сих пор не подали данных о невозможности установки приборов учета. Их во Владивостоке 30, и они продолжают платить за отопление на 40% больше, чем могли бы. Анна Бережная, новости на Восьмом.